По инициативе Сочинского нацпарка с 28 сентября по 5 октября в городе проходила экологическая неделя, посвященная Международному дню защиты животных. В ее рамках проводился конкурс детского рисунка о животном мире. В адрес организаторов дети прислали более 750 работ. В целом участие в конкурсе приняли 74 образовательных учреждения, учреждения культуры, а также художественные школы и библиотеки. Таким образом, конечно, идет просвещение детей. Но мы надеемся, что это будут зерна, которые будут прорастать, и в конце концов вырастет новое поколение, которое будет только приумножать и сохранять биоразнообразие нашей планеты. Лучшие работы их выбрали целых 90, организаторы отметили дипломами и памятными подарками. В ближайшее время лучшие рисунки будут украшать холл эколого-биологического центра и административного здания нацпарка.